Сегодня с утра мы взяли мотобайк. Взяли сегодня клик 125. И приехали на пляж Сурин. То есть это север Пхукета. Саня вон в воду зашел, руки моет. Ну такой довольно-таки хороший пляж. Вода чистая, да, Саня? Чистая вода. Вода чище. Вода чище здесь. Как на Каране. Такой хороший довольно-таки пляж. Но? Сейчас скупнусь. Поедем дальше. Мы хотим Пантао и Майкай. Или как он называется? Где самолеты взлетают. Туда сейчас ездим. То есть сегодня мы обследуем пляжи севера острова Пхукет. Привет, привет! Как дела? Very good! Вот приехали мы в Майкао, где самолеты садятся. И вот это наш конь сегодня, клик 125. Пошли мы на пляж. Саня впереди идет. Взял себе фреш манго, маракуя. А я пью что-то воду. Потом возьмем, покушаем здесь, наверное. По шашлычку. Так-то завтрак еще. Сытые, блин. Вот это аэропорт Пхукета. Сейчас заснимет какой-нибудь борт, который будет садиться. Вода здесь чистая. Даже чище, наверное. Как на Сурине, наверное. Чистота воды. Волны нету. Волны. Вон как раз самолет летит. Есть маленькая волна. Ну так, прибой. Как раз, Саня, на самолет попали. На самолет попали. Он садится, видишь? Это какой-то суперджет. Маленький самолет. Суперджет пролетел. Саня! Саня! Здесь будем или туда пойдем? В тень! Какой-то совсем маленький самолет летит. Ветер, ветер дует. Самолет, самолет. Саня купается, а вот летит еще один борт. Это чей-то джет, маленький самолетик. Тайские забавы. Играет. Как это называется? Это игра-то, блядь.
интересная игра. Кидает шары в фишку. Ну, тоже спорт. Что для вас спорт? Спорт – это жизнь. Гоняем по Пхукету. По северному. Аэропорт Пантао, Сурин, Майкай. Красота. Здесь мы упали с Володей. Вот какая-то цапля, она, я к ней приближаюсь, она улетает. Слышу тебя! А я думал, сова. Замерзла что-то. Буду подходить ближе, она улетит. Цапля. 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 Полетела. Так, мы тут приехали на пляж Бангтао. Такой довольно-таки большой, длинный пляж. Ну, вода такая же, как на... Такая же вода, как в аэропорту, где самолеты садятся. Майкао, или как он называется, пляж. Что хотел бы сказать, что из всех этих пляжей на севере Пхукета самый лучший пляж Сурин, 100%. Там вода чище. Ну и как-то я там покупался, там более приятнее. Вот такой пейзаж. Пальмы, девушка, море, яхта. Красота. Вот классная картинка. Чик, сфотали. С этого пляжа поедем на свой Патонг. Завтра, наверное, поедем, скорее всего, на Каран. Каранбич. Родной, любимый. Мне больше нравится. Ребята принесли доску, на которой катается. Мощная доска. Это такая. На ней прыгает, она плывет сама. Только там нужно хорошее равновесие. Тяжелая штука. На электрокаре привезли. Сейчас пойду гонять. Здесь классные отели. Скорее всего, пятерочки. Вечерний пляж Патонг. Вода уходит, отлив. Это набережная.
Доброе утро, друзья! А сегодня мы приехали на пляж Ката. Вот сюда, здесь по дереву плеч. Ката Бич. Вот он, остров. А, I'm sorry. Ката Бич. Yeah. Или Катаной. А, Катаной там. Это Ката Бич. Thank you. Да, этот остров, это Ката. Отлив. Вода ушла далеко. А покурим и пойдем. Народ только собирается. Утро. Отлив. Ну ничего, люди купаются. И мы будем купаться. Хотим съездить в Phuket Town, Bus Station, посмотреть там слип-басы. Хотим на них уехать в Паттайю. В Паттайе лучше, наверное, конечно, купаться с утра и вечером, потому что днем здесь палево, весь горишь, хоть сколько машься. Ката Бич. Там сказали, что на Катаной, ну, за этим мысом, там есть пляж маленький, Катаной. Там хороший пляж, но в данный момент там из-за того, что он маленький, там большие волны. И мы приехали на пляж Ката. За тем мысом находится пляж, мой любимый пляж Каран, на котором мы были вчера. Я, правда, не вижу, что там показывает. Ну, надеюсь, вам видно. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Или я только землю снимал. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Качество воды на Кате и на Каране, в принципе, одно и то же, наверное. Вот этот пляж вы узнаете вот по этому острову, который находится в акватории этого пляжа. Сейчас вода ушла, а так вода где-то здесь должна быть. В феврале мы он где-то вон там возле волейбольной площадки с Батоевым останавливались, с Юрой. Сейчас мы так маленечко севернее стали. Большинство туристов на этих пляжах Каран и Ката русскоязычные. На Патонге уже микс. Россиян вообще много в Таиланде. Экспатов, те люди, которые приехали на зимовку на 3-4 месяца. Кто-то на месяц, как мы. А больше всех пакетников. Те, которые приезжают на 10-14 дней. 12 часов, где-то пол первого. Смотрите, как вода пришла. Уже близко подбирается к шезлонгам. Удивительно. Прилив. Вода пришла. Наша улица третья. Представляю, как Юра сразу вставочку сделает. Улица строителей, третья строителей. Третья улица строителей, дом 25, квартира 12. Третья улица строителей, 25, квартира 12. Ресепшн, там люди уже собираются. Хотят покинуть этот гостеприимный дом. День зарождается хороший, теплый. Очень жарко будет сегодня. И наш скромный завтрак. Но скромным я его точно не назову.
Сейчас мы приехали в Кейптаун на Кату. Здесь есть водопад. Здесь такой тупичок. Мы мотоцикл поставили. И вот такой мостик прекрасный. Waterfall называется водопад. Вот тут река бежит. Сейчас посмотрим, что это такое. Прогуляемся. Как вам, уважаемый водопад? No Russia. Нам что, Акату вот сюда надо идти? Опять подъем. От мотоцикла? Ну ты точно где-то сумку положил? Сумка? Ну конечно, конечно. Я помню. Вот такая старинная, замечательная лестница. Сегодня, наверное, плюс 30. И вечно зеленая страна под названием Сиам. Смотрите, как все зелено. Лето. А у нас зима. Минус 30. Забрался я наконец-то наверх. Вот что я увидел. Оба-на, там еще наверх лестница. Капец. Такие беседочки тут везде для отдыха. И великолепные места для фото, видео. Здесь все в тени, вообще классно. Не жарко. Дошли до второго. Это второй водопад. Ну, наверх тут еще не так далеко. Еще метров 3 минуты сказали. Вон. Саня залез. Теплая! Саня, теплая! Саня, ныряй! Беседочка для отдыха. И последний штурм. Дорога кончилась. А дальше через джунгли. Дальше что-то не стали тайцы строить лестницу. Тут такой небольшой промежуток через джунгли, без дороги, по тропиночке. Вот по такой. И мы пришли, по-моему, к финишу. Там вот ребята. По-моему, здесь усё. Конечка. Конечка. Вот из этих глыб вытекает река. Нам туда вверх еще продолжается, но больше дороги нет. А
Хорошо. Еще выше? Аршан говорит. Но. Как в Аршане, да? Только слишком тепло. Возвращаемся по тропинке вниз. На землю обетованную. Высота деревьев. Вообще капец. Тут, наверное, можно было еще вверх шагнуть. Но мне хватает. Джунгли Юго-Восточной Азии. Вараны, змеи, пауки. Да, здесь все. Ничего нету. Все нормально. Вот мы приехали в северную часть острова. Вот это мемориал. Цунами. 26 декабря 2004 года. 7.58. Произошло цунами. В эпицентре 9 баллов. Волна была 5-12 метров высотой. Где-то в Андаманском море. А в Индийском океане Андаманского моря. А сколько людей погибло? Что-то здесь не написано. И вот сам памятник. А сам пляж, нам сказали, называется Камала. Сейчас посмотрим здесь, что за пляж. Такой мостик. Делают тут тайский массаж. Вот они так полотенце ставят и давят. Сам массаж является как давящий. Вот это называется тайский массаж. Выходим на пляж. Столько топчанов, шезлонгов, море. Вода. Я бы не сказал, что тут хорошая вода. Как на Патонге, походу. Хотя в северном Патонге вода получше. Довольно-таки немаленький пляж. Вода прибыла. Прилив. Пляж Камала. Как-то мы хотели на Сурин ехать, сейчас не знаю, наверное, в принципе, недалеко здесь Сурин. Вот там классная водичка на Сурине. Вода ничего прибывает, капец. Что, поедем на Сурин? Здесь что-то много народу сидит. Вот смотрите, пальмы. Хорошо, что здесь пальмы. Колоритно, когда есть пальмы. Делать снимки, видео. Приехали на Сурин. Один из самых лучших пляжей на острове Пхукет. Сурин пляж мне нравится. Он такой чистый. Чистая вода, как на Каране. И народу здесь тоже хватает. Яхты стоят. Сейчас прилив, полная воды. Полная чаша. Красота. Может туда сходить, на север. Там, наверное, еще чище вода будет. Тут часа два, наверное, поболтаемся.
потом на рынок поедем, поужинаем. Кушают, пиво пьют. А я хочу туда сходить на камни, показать, какова там вода и что там, как обстановочка. Ну, к сезону китайцы подготовились, понастроили тут всяких лавочек. Когда ковидное время было, здесь только палаток не было. Сейчас массовый приезд, высокий сезон. Вот люди тут и понастроили инфраструктуру туризма. Хороший пляж. Даже отсюда вижу изумрудную воду возле камней. Мастер-класс. Да, здесь водичка. Что надо. Шрим? Yes. Давай шрим. Приятно на морском побережье посидеть, покушать паттай и попить кофе. Very good. Наш отель в вечернее время. Ресепшн. Столовая. И вечерняя жизнь. Потом, да. Сейчас у меня вечерний променад. Пройдусь по стойке. Берем байк. Байк, короче, стоит 300 рублей. Ой, 300 бат в сутки. Клик 125. Нам хватает. Везет во все горки. Ездили, объездили весь остров. Все пляжи. Нормально. Волосы уже отросли, надо постригаться, наверное, это сделаем в Паттайе. Вот барбер. Барбер. Трак. Здесь стрижка стоит 400 бат. Дальше есть барбер. Там стригут турки, по-моему. Там стоит 300 бат. Когда мы были в Паттайе в феврале месяце, я постригался вообще за 100 бат. Ну ладно, друзья, спокойной ночи,
приятных сновидений.